Ля! Перчики, компуктеры. Милок, ты смотри, какой лак. Да на кой фиг мне сдался твой лак, бабуль? Ты-то посмотри на это чудо техники, освежитель пердежа прям такой же, как у Ашотика. Красный хочу маникюр. Да подождите со своим маникюром! Я-то подумал изначально то, что эту шарашкину контору можно грабануть, раз здесь никого нет. Да, кто-то куда-то ушел там на обед. Хочу маникюр! Хочу красный, синий, черный! Ядрить тебя, колотить, ну подожди, сейчас люди придут и сейчас сделают тебе маникюр. Где сейчас самому тебе сделать маникюр? M-A-N-I-K-U-R. Маникюр хочу. Ой, какая же ты вредная, дотошная задница. Дай мне до конца подписчикам сказать то, что я хотел сказать. Я вот уже подумал, то, что эту шарашкину контору можно грабануть. Но человека, который дома хранит освежитель пердежа, ну это реально прям грех. Грех, просто грех ограбить. Постер парк юрского периода. Неплохо, неплохо. Слушай, неплохо они здесь обустроились все. Вот это перчики. Не, ну хороший здесь мужик живет. Это у него компьютерный клуб, как я понимаю. Но я сюда буду тогда частенько приходить, буду частенько играть. А вот. Вы еще кто такие? Это вы кто такие? Слушай, бабуль, я их помню. Это не у них мы хотели тачку отжать? А ну идите сюда, идите сюда, идите, да пройдите вы внутрь, да внутрь вы пройдите, да, вы дуриманды, да я вас не хочу грохнуть, вот я даже лом с руки уберу, да внутрь вы пройдите, я не могу, да... Бабуль, объясни им то, что мы их не хотим убить, а? Объясни, объясни то, что мы их не хотим вообще убить. Катюх, звони в полицию! У меня нет телефона. Вы дураки? Мы перед вами стоим, и если бы мы вас хотели грохнуть, мы бы вас уже давным-давно грохнули. Маникюр мы хотим! Просто маникюр! Делайте свою работу! Мне никого не хотим грохнуть. Бабуль, ты их помнишь, этих шкетов? Помнишь, они на этой синей тачке, которую мы потом украли и толкнули? Или это другая синяя тачка была? Мы мужикам маникюр не делаем. Слышь, ты умник. Не мне маникюр нужен, а бабенцы маникюр нужен. У бабы, бабули в семье горе. Надо маникюры сделать, чтобы она успокоилась. А ей-то зачем? Она уже старая. Песок уже сыпется. Где-то такая, какая разница, я не могу понять. Слушай, ты, сейчас тебя все кости посыплются, если ты не сделаешь маникюр. Быстро маникюр сделали! Мне показалось ли, я там что-то видел? Мы же вас помним, мы помним, как вы у нас хотели тачку отнять. А, это чисто бизнес, чисто ради выгоды. Ну вы как бы, вы здесь вообще ни при чем. Мы не знали то, что это ваша тачка была, вот. Мы обещаем то, что больше никогда вот этого не повторится. Ну или повторится, если мы сможем еще раз такую синюю тачку найти и толкнуть, да? Вот, мы сделаем, если вы только пообещаете, что не убьете. Я даже лом уберу вообще к себе инвентарь. Да маникюр нужен. Маникюр просто сделайте, у бабульки горе. И нужно как-то там... Ну, я перед бабулькой провинился. Обещаем. Я перед бабулькой провинился. Мне нужно как-то залатать свое горе. Вот ее на маникюр повел. Ваш салон я в этих Google картах нашел. Вот маникюрный салон Лаванда. Кстати, хороший баннер. Надо телефон себе записать и звонить, если что. Ну ладно, тогда проходите, давайте. Все, бабуль, тебя приняли. Да, давайте, на прием. Все на прием, на прием. Давайте. Все на прием, все на прием. Собака передо мной двери. Да, значит, закрываешь передо... Так, ну неплохой байк, там моя тарантайка стоит. Слушай, там квадроцикл мой стоит. А может с этим шкетом обменяться на байк? Мне там мотоцикл больше нравится, чем квадроцикл. Ля какой! Опа! Опа! Звук-то какой, пердит-то как! Слышь, ты! Ты не хочешь стучать? Ты что наблюдаешь за мной, Штирлиц партизанский? Ты не хочешь стучать? А, и убежал. И сразу же убежал. Ты думаешь, что... Ля? Эта фигня еще лучше. Может, бабкину машину обменять на вот это? Да выйди ты на улицу, дай, я хочу байками толкнуться. Вот, я тебе свой квадропупер, а ты мне свой мотопупер. Ты чё возле моего байка ляхи точишь? А тебе-то какая разница, сосунок?
Но я тебе просто предлагаю поменять эту твою тарантайку. Ля, ты посмотри, турбированная турбина, 18-цилиндровый двигатель, шины 18 дюймов на 19 сантиметров. О, а что это за синяя тачка едет? Какая синяя тачка? Бабуль, расчехляй свои ляхи! Бабуль, там синяя тачка едет, бабуль! Какая тачка? Я маникюр тут делаю, не мешай. Геннадий Петрович с этой своей тёлкой приехал. Вот они там едут. Иди сюда. Надо прятаться. Или надо валить отсюда как-то. Иди сюда. Пожалуйста, не горите тут, что мы здесь. Мы вам просто компенсацию заплатим и бонус сверху. Только не скажите, пожалуйста, что мы здесь. Пожалуйста. Давай закрывать. Быстро. Ложись или садись. Тихо, бабуль, сиди. Костями не скрижи. Лишнего звука не издавай, там Геннадий Петрович это своей чиксой. Ты ёперный театр. Здрасте, сделайте маникюр. Она сейчас маникюр-то сделает. Это тут я занята, у меня работа. Слушай, хорошая девка, хорошая, не спалила нас то, что мы здесь. Хотя как бы еще не поздно, да, нас спалить. Чё? Никого нету. Ой. Я посетитель. Она мне маникюр делает. Я что-то вообще ничего не понимаю. А он-то откуда знает то, что нас не надо подставлять? Да-да, я тут маникюр ему делаю. Слушай, бабуля, они не такие-то тупые, как оказалось, да? Даже он знает то, что нас не надо перед бандитом подставлять. Странный у вас тут фетиш. А тебе какая разница, рожа бандитская, какой у них там фетиш? Кому-то нравится ногти себе красить, кому-то нравится дома грабить. Фетиш ему не нравится. Вот именно, какое вам-то вообще дело? Ладно, когда мы можем к вам прийти, послезавтра я свободна, приходите. Ну хорошо, мы бронируем. Ну да послезавтра, бабулька-то, мы отсюда с тобой сможем 100% свалить. И как, маникюр сделали, не сделали? Еще нет? Ну сейчас все сделаю. Если нас, конечно, Геннадий Петрович не застукает, и с этим своим охранником не проломает нам череп. Они сваливают! Сейчас давай еще здесь немножко посидим, пока они полностью не свалят отсюда. Лохопеды, лохопедские, а? Да они даже здесь нас не заметили, то, что мы прячемся за кроватью-то. Так. Ну, хорошие, хорошие вот этот мужик и баба очень хорошие, вот не спалили нас. Спалили же? А почему вы от них спрятались? Да я интроверт просто. Я вообще как бы людей стесняюсь очень сильно. Мне как бы одному комфортно, когда я сам. Вот я всегда закрываюсь в комнате, с бабулькой сижу. Нам люди не нравятся, мы слишком стеснительные, вот. Поэтому, ну как бы, новые же люди пришли, мы такие: о, нет, мы интроверты, мы любим дома сидеть, и мы спрятались за кроватью, типа, ну, как бы, моральное удовлетворение, то, что мы одни. Мы можем их позвать, вы познакомитесь. А, не стоит. А, ну раз так, тогда я их обратно позову. Ладно, надо ему тогда рассказать, чтобы... Тихо! Не надо никого звать! Ладно, иди сюда. Сюда подошел. Тебе что на месте-то не сидится? Какая тебе разница, кто они нам такие? И тебе какая разница, какое отношение мы к ним имеем, а? Ладно, иди сюда. Чтобы меньше вопросов было. Ты такой тупой, реально? Ты не заметил то, что мы с тобой второй раз видимся? Я второй раз прихожу в балаклаве. И в перчатках. Ты понимаешь, что в балаклаве только или мафия какая-то ходит, или бандиты. Да, я бандит. Ну, в смысле, я не бандит, я грабитель. Но мелкий. Максимум, что я воровал, это Сникерс в Пятерочке. Вот. Ну и тачку у этого мужика. Поэтому он, в принципе, хочет меня найти, и бабульку тоже, и завалить нас. А, ну, а чё?
А гараж надо лучше закрывать, а то я пришел, случайно как бы забрался на пятый этаж к его чиксе, случайно взломал кодовый замок через балкон, случайно залез в их сейф, потом случайно с помощью С4 динамита взорвал этот сейф, потом случайно с этого сейфа достал карточку, а карточка оказалась от гаража, случайно зашел в гараж, случайно открыл вот эту синюю машину, случайно ее украл, вообще случайно как-то получилось, потом случайно продал ее богатому школьнику за 120 тысяч, и потом случайно вот мы сюда пришли, в принципе. В принципе, вот бабушки маникюр делают. Случайная случайность. В полицию я обращаться не буду. У меня есть для тебя предложение получше. Говори, что за предложение? Видишь, стройка там. Скоро там откроется фитнес-клуб моего конкурента. Когда он построится, я тебя позову. Так надо будет там пару беговых дорожек украсть. Ах ты... И гантелей. Оттуда беговые дорожки, гантели украсть. И протеиновые батончики. И протеиновые батончики оттуда нужно будет украсть. И велотренажеров. Да я понял то, что все надо будет оттуда украсть, что там есть. То есть это тебе одолжение, чтобы я потом в будущем ограбил фитнес-салон твоего конкурента, да? А ты не позовешь их обратно, не скажешь полиции то, что я грабитель, да? Вообще изи просто, то что это за сделка? Как бы это наоборот, мне же плюс. Ну, я пока что только сникерс украл максимум. А тут я ограблю прям весь фитнес-клуб. Да сколько я там бабок наварю, если я украду беговые дорожки, протеиновые батончики, гантели и ножом металлолом сдам. Ну тогда дай мне свой номер, когда нужен будешь, я тебе звякну. Записывай. +7 694 1999 67 69 0. Это португальский номер, поэтому если что, звони туда. Ну все, я записал. Я тебе потом звякну, чтобы мне ответил. Я всегда на связи. Ну, ты как бы случайно не хочешь поменяться байком своим на мой квадроцикл? Не? Ну ты подумай. А то байк хороший. В гараже не стоит, на улице. Его в любой день украсть могут. Я бы на твоем месте подумал. Плохо будет, если с байком что-то случится. Очень плохо. Ну ладно, это я просто так тебя пугаю. С байком ничего не случится. Возможно случится. Бабуль! Вы закончили? Сколько с меня? Бабуль, покажи ноготки. Покажи ногтики. Покажи маникюрчик. Я у тебя красавица. Уля-ля-то! Ай! Да ты у меня не то что красавица, баб. 85 лет, свежий маникюр. Нравится тебе, милок? Конечно, прям всей душой нравится. Прям. Это самое главное, чтобы тебе нравилось. Сколько с меня бабок? Очень нравится, бабулька. Прям очень. Все мужики, все деды в нашем дворе прям точно твои будут. Но я еще хочу кучери сделать, а то устала в платке ходить. Ну. Ладно, сейчас, короче, разберемся. Давай иди на улицу, сейчас я расплачусь. Там разберемся, что мы еще дальше пойдем делать. Сколько я вам должен? Третий раз спрашиваю. Не можете ответить? 1000 рублей. Тут, ладно. Дорогой нынче какой-то маникюр. На бабульку 1000 рублей потратить. Ладно, если что, пацану своему скажи. Где он? Где пацан? Где пацан? А, пацан. На связи. Если что, теленькой. Давай. И никому не говори, хорошо? А еще респект тебе за освежитель передержа. Крутая штука, сам пользуюсь. Тоже у Шотика покупал? Да. Не, слушай, а Шотик хороший мужик. Короче, если что, мы с ним скоро собираемся на шашлыки, можешь к нам присоединиться, ага? Окей, все, пока. А только освежитель передержа с собой потом захвати на природу, а то на природе тоже комары передят. Ага, все, хорошо, давай, удачи. Хороший мужик, точнее, не он хороший, а освежитель передержа хороший. Кучери давай сделаем мне, милок. Да бабуль, да какие кучери, да маникюр и так дорог, да в принципе ты с маникюром, да хорошая, красивая. Слышь, сволочи, за тебя хату украли! Ну типа да, но у меня горе в семье. В какой семье? У тебя нет семьи, дед умер. Ну, не, разве что типа я только семья. Я семья. Сводный внук. Убери. Хочу кучери, бигуди.
Ладно, будут тебе бегуди. Здесь кучери бегуди не делают, поэтому давай отправимся, ну, в Эльвирочку! В Эльвирочку! В прошлой серии-то ты не захотела делать маникюр у Эльвирочки. Говоришь, элитный салон, элитный, давай пойдем в Лаванду. Ну вот мы пришли в Лаванду, сейчас обратно надо к Эльвирочке отправляться. Кстати, по поводу предыдущей серии. В предыдущей серии мы с бабулей кокнули грабителей, которые полностью уничтожили всю ее квартиру. Я тебе советую посмотреть эту предыдущую серию, чтобы просто реально узнать, какое горе в семье у бабушки. А мы, бабуль, к Эльвирочке! Садись на тарантайку и поехали, встречаемся там! Дрифт! Ой, будет бабка у нас красивая. Уведет и Ашотика, и Рафика, и Семёныча. Даже вот этого пацана у его тёлки уведет. Мисс Модель Жопосливки 2019. Следующий твой показ будет Мисс Вселенная, бабуль. Первая модель, которая в 90 лет стала Мисс Вселенной. Баба Люба и не на такое способна. Планета пива. Бабуль, потом в пивнушку забежим. Здесь припаркуемся. Вот здесь в кустах. Давай, 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 давай. Быстрее, только в меня не врежься. Вот очумезно просто припарковалась. Ладно, пошли к Эльвирочке. Сейчас посмотрим, что это за салон. Тук-тук, мазерфакеры, открывайте! Здравствуйте, здравствуйте, проходите. Проходите! Проходите, проходите, свет включите, ничего не видно, проходите. В общем, сразу перейдем к делу. Рассказывайте. Да, сейчас все расскажу. Милок, ты сильно потратишься. Бабуль, все только ради тебя. И нее. Господи, куда ты меня привел? Сядь, сядь и не умничай, сядь, присядь, присядь, кости беречь надо старые. Короче, мы бабульке маникюр сделали в салоне Лаванда, но там, к сожалению, кучери бигуди не делают, а бабка очень бигуди хочет. Вот, закрутите ей, пожалуйста, косичку, косичку припородите, можете, в принципе, я не знаю, можете тоналочкой щечки припудрить, а то они у нее слишком красные, да-да-да, можете выщипать полностью все брови и татуаж лазерный сделать бровей, в принципе, тоже хорошо. Хорошо. Ну, и можете... Главное, прическу сделайте ей хорошую, чтобы она прям красиво выглядела, чтобы все было хорошо. Сложный случай, но не с таким справлялись. Ну, вот, так, ну что, тогда давайте. Вот! 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 Вот, вот, вот такое сделайте ей, чтобы у нее на башке такое было, когда я вернусь. Давай, бабуль, проходи, садись, садись, все будет хорошо. Это не больнее, чем у стоматолога. Хотя не знаю, я никогда себе бигуди не вставлял, поэтому я даже не знаю, куда их вставлять, и в какой проход и на какую часть тела. Все, давайте, шаманьте, я пойду там свежим воздухом подышу. Мы сделаем из вас конфетку. Бабуль, ты и так конфетка, так вообще будешь просто баунти или там ММДМС. Все, а я пошел проветрюсь. Сложный день. Это я просто весь день потратил на то, чтобы бабку привести в порядок. Зато какая бабка у нас конфетка, вот эта шкетка вообще будет. Прям красивая. Эй, ты! Черт в маске! Чё надо? 5 рубасов на сишку не найдется? Не, как бы... А чё не помочь? А чё не помочь, когда бабки-то есть, бабки... Да найдется, найдется, бомжара! Дай сразу ему... Давайте даже не 5 рублей, давайте сотку ему дадим. Прям на всю жизнь ему хватит. Держи, бомжара, сотка! Там на 100 сигарет хватит! Спасибо, добрый человек! Да не за что, не за что! Хотя не, есть как бы за что, за 100 рублей, да? Ну, пожалуйста, точнее, пожалуйста. Не, на, как бы надо иногда и бомжам помогать. Да благословит тебя Господь майнкрафтовский. Тебя тоже, давай, удачи, бомж. Хороший мужик. Молодой человек, можете заходить. А, все, да? Закончили, значит. Я могу на нее смотреть? Я могу на нее посмотреть? Что, сильно изменилось? Сильно изменилось? Бабуль, ты как там, жива? Она тебе патлы все не выдрала? Посмотрите результат. Ладно, ребят, если вы готовы, раз, два, три. Милок, так непривычно, как будто в молодость вернулась. Это тебе непривычно? Бабуль! Да...
Да если бы у меня тёлки сейчас не было, да я бы тебя замуж прямо сейчас бы позвал. Вот прямо сейчас бы с тобой свадьбу бы забабахали. Ну конфетка же, хоть замуж выдавай. Вот, кстати, хорошая идея. Бабульку надо замуж выдать. А то как бы дед покойный, бабулька сама. Вот реально интровертом станет, будет дома закрываться. Бабульку замуж! Бунт! Я сейчас с подписчиками реально бунт устрою бабуле. Бунт. Надо бунт против бабульки устроить, то она замуж не хочет выходить. С вас 1500 рублей. Я ж экран оплевал. Сколько? Да у меня в лаванде маникюр на десятерых ногтях за 1000 сделали. 1500. Нет, реально здесь разориться просто можно. Я вообще такую притчу просил, а вы мне... Бабуля, развернись, покажи косичку, покажи. Ля, ну ладно. Работа хорошая, хоть как бы и дорогая. Ладно, 1000 рублей, бабки есть. Я бабуле обещал. 1500 рублей. Тут была проделана большая работа. Я даже не сомневаюсь. Мне кажется, последний раз бабулька в парикмахерской была лет... Ну когда? На Второй мировой вроде? Ну, примерно так, да? Лет 60 назад. Вот, да. Ну, да. Ладно, пошли, бабуль, пошли. После такого и в пивнушку можно пойти. Приходите к нам еще. Конечно, в следующей жизни, когда вы цены немножко понизите, а не за 1500 рублей. Пошли. Спасибо, милок, ты мне как сводный внучок. А ты мне как сводная, троюродная, по маминой линии, по папиной сестре, бабушка. Поэтому я и делаю для тебя то, что я делаю. Хорошие дела. Не, ну как бы бабки есть, да, мы с тобой-то машину стараторили, а что бы не сделать. Мне бы тоже надо пойти там куда-то на спа-процедуры, там кутикулы подровнять. Вот. Но пока что в пивнушку. Давай, присядь. После такого насыщенного дня можно немножко отдохнуть. Официант! Мне воду без газа! Тебе что, бабуль? Две воды без газа! Если у вас в пивнушке, конечно, есть две воды без газа. Рассказывай, какие планы на жизнь? Эй! Это же тот дед, который нам гараж продал. Ты чё не здороваешься-то, а? О, здорово! Чё проходишь мимо, не замечаешь нас, да? ЧСВ зажрался? Ядрить меня между усов. Это же та бабуля, с которой ты гараж покупал? Ну да, это она. Ну, это она, но просто обновленная версия немножко. Бабуль, обернись, бабуль! Ты мне напоминаешь мою покойную жену. Такая же красивая. А ты мне напоминаешь моего покойного деда. Ля, страсти какие. Такой же придурыш, но привлекательный. Я не понимаю, что здесь происходит. Бабуль, приглашаю тебя чаечек с валерьянкой попить. На пенсионерское свидание. Согласна? Бабуль, соглашайся, такой шанс выпадает два раза в жизни. Первый раз, когда твой дед умер, а сейчас вот этот. Но, бабуль, соглашайся, я ж... Замуж надо, сейчас бунт с подписчиками устроим. Согласна, дед. Согласна. Ну это прям новая пара какая-то в жопосливке образовалась. Соситесь, голубки! Горько! Горько! Сейчас мы свадьбу забабахаем!